Ну вот, я еще включилась вам немножко. Покажу. Прогуляюсь тут по моему району. И пойду домой. Вон магазин Дели на той стороне. Там, где... Ну, этот арабский магазин Дели. Вот, арабский магазин Дели. Ну, сюда я никогда не хожу за творожком, потому что не нравится мне тот магазин. Я хожу в соседний район. Вот, это остановка. Ну, на нее тоже редко... Сейчас я, подождите, так вот поправлю. На нее я тоже редко прихожу. Я хожу на другую остановку. Сейчас я с вами пройдусь и покажу вам вот наш магазин Сали. Вот. И покажу вам, где я собираю смородину черную и красную. Посмотрим заодно. Я еще не подходила, не смотрела, будет ли в этом году смородинка или не будет. Если будет, то очень даже хорошо. То я смогу опять нарвать смородинки и заморозить. Потому что кроме меня эту смородинку никто не собирает. Почему-то она никому, кроме меня, не нужна. Ну, дети только там срывают ягодки, да бросаются ними. Но это ж, так сказать, не в счет. Не в счет. Сейчас вот здесь вот перейду по травке, чтобы не наступить на какие-то какаши собачьи. Ну, обычно хозяева убирают, но... Бывают и не недобросовестные хозяева. Вот. Я вот на ту остановку хожу. Это моя остановка. Я туда хожу. Там вон ресторан Пальма. Сделали такой ресторан Пальма. Вот даже вывеска висит Пальма. Вот. А раньше там был магазинчик Сива. Вот у нас в районе было два магазина. Сало и Сива. Сало был дешевле. Вот он и остался. А Сива был немножко подороже магазинчик. Ну, тем не менее, те люди, которые вот в этих домах, они ходили туда. Вот мне, например, когда мы в старой квартире жили, нам удобно туда было ходить. Все это в Сале. Ну, в общем, как-то так. Вот. Велосипед поставил кто-то. Никто не трогает, никому ничего не надо. Вот. Вот куста. Кусты красной смородины. Вот. Знаете, много ягоды будет. Видите, много ягоды смородины красной. Вот, много ягоды, видите. Вот, много. Значит, буду собирать красную смородинку. Сейчас пойдемте посмотрим на черную смородинку. Красной много будет. Я люблю красную смородину кушать так. Да и черную люблю кушать. Сейчас пойдемте прямо здесь. По дорожке, по тропинке. Вот у меня есть фотография возле вот этого дерева. Вот этого дерева я фотографировалась. Оно так красиво цвело. Вот, Настюша меня сфотографировала. Очень красиво цвело дерево. Такая фоточка у меня есть. Вот. Ну, тут, видите, тоже травку косят. Все красиво, хорошо. Ой, тут шмели летают. Можно наступить, и он тебя укусит. Шмель. А шмели — это такие ребята, которые сильно кусаются. Вот здесь вот тоже скамейка. Столик. Сюда, Настюша моя, с маманей приходили, любили тут гулять. Настюша там вон на качели каталась, а маманя тут сидела и читала свои книжечки. Свои книжечки читала. Да, и эта смородинка черная есть. Видите? Черная смородинка. Вот она. Тут и тут. Еще там кусты посмотрим. Хотя за этими кустами никто никогда не ухаживает, их не подрезают. Но ягоды есть всегда.
Нет, бывает так, один год есть, другой год нету. В прошлом году было много. Видите, и в этом году есть. Вот такая детская площадка. Такие цветочки. Там вон какие кустарники красивые. Вот, ну сейчас и тут вам покажу. Вот это, видите, какие лопухи здоровенные. Я бы их уже давным-давно повыкорчевывала. Но нет. Этой немного, но тоже есть. Немного, но тоже есть. Видите, смородинка. Раньше, когда вот эти кусты не были такие разросшиеся, так можно было и с той стороны собирать. А сейчас же там не полезешь. Я боюсь там лазить теперь. Мало ли вдруг там змеи. Но здесь, конечно, меньше. Здесь, конечно, меньше. Ничего не скажешь, но меньше. Ну, не всегда ж одинаково, да? Так что, раз вот и все. Сейчас пойдем дальше с вами. Прогуляемся и посмотрим, что тут есть еще интересненького. И есть ли что-то еще или нету. Интересного ничего. Вот. Видите, какие здоровенные кусты. А так можно было с той стороны хорошо. Но тут даже теперь. Да нет, там есть немного смородины. Конечно, но там лазить не надо там лазить. Ни в коем случае. Вот такой цветник красивый. Видите, тут лилии, еще какие-то цветы. Красиво все это. Тут тоже были цветы. Вон, видите, какой красивый балкон. Красочный. Красочный балкон. Сейчас еще немножко прогуляюсь и пойду домой. Обед у меня есть. Вот. Так что ничего сегодня не буду. Вот красивые кусты какие-то, видите. Красивые. Сейчас еще в одном месте пойдем посмотрим с вами. Тоже красная смородина с той стороны дома. Там я тоже иногда собираю, и тоже никогда никто не собирает. Никогда. Вы видите, вот сколько я прошлась, прогулялась, да? Людей-то нету. Людей практически никого нету. Так пару человек прошли с собачками. И все. И больше никого нету. Так что все отдыхают. Или. Это самое. На вот этих вот, на летних домиках. На праздник, на летних домиках. Поэтому как-то вот так вот. Сейчас пойдем посмотрим. Еще вам покажу. Вот это я обошла. Вон, видите, впереди там магазин Сали. Я так по кругу обошла немножко. И сюда пришла. И сейчас вас поведу, еще покажу кустик красной смородинки. Будет там что-то или не будет. Да, наверное, будет, если там было. Это тут возле дома ремонт какой-то делали. И поставили сюда этот самый. Ну, такое типа бытовки. Чтоб строители или ремонтники раздевались. Вот сюда тоже моя маманечка приходила с Настюшей покататься, погулять. А Настюша любила ее водить везде, по всем дворам. По всем дворам. Только пришли, несколько раз покаталась, с горки скатилась. А сейчас что-то горок нету, а была здесь раньше горка. Скатилась с горки, все. Уже ей не нравится, уже пошли дальше. Так, полчаса прошло, или 15 минут. Побежали уже дальше. И так вот это целый день. А потом я прихожу или с практики, или на работе. Не, ну я тогда на практике была, и она все ей это нравилось. Ну ладно, сейчас я вам покажу вот еще
вот этот куст смородины. И на этом дело. Сегодняшние прогулки утренние закончатся. Ой, полно здесь. Полно здесь смородинки. Видите, как много. Вот. О, видите, много. Но этот куст поздно созревает, потому что он это самое, тут в тенечке. Ну, поздно созревает. Ну, много-много, видите. Много мне работы предстоит. Ладно, на этом я закончу свою прогулку. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Всем хороших выходных, хорошего настроения. Пока!